Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Карл Гусов, немецкий художник и профессор университета. Я беру данные из Википедии. Родился 25 февраля 1843 года. Его ранняя склонность к искусству поощрялась семьей, поэтому как только он закончил среднюю школу, его зачислили в недавно основанную или как княжескую саксонскую художественную школу в Веймаре. Это привело к изучению голландских мастеров, мастерских художника-историка и жанриста Артура фон Рамберга. Позже он работал с бельгийским художником-историком Фердинандом Пауэлсом, который оказал решающее влияние на его стиль. В 1867 году, покинув студию Пауэрса, он отправился в Мюнхен, чтобы продолжить обучение у Карла фон Пилотты, но пробыл там недолго, прежде чем отправился в Италию, а затем вернулся в Веймар. В 1870-м отправил несколько работ на выставку в Берлин. Это привлекло некоторое положительное внимание критиков, что побудило графа Станислава фон Калькройта, известного художника-пейзажиста, предложить ему должность профессора в художественной школе. Он проработал там до 1874 года, когда занял аналогичную должность в Академии изящных искусств Карлсруэ. Перешел в Прусскую академию художеств. Два года спустя снова отправился в Мюнхен, где преподавал в Академии изящных искусств и основал специальные классы для женщин, которые в то время не могли быть приняты в Академии. Среди учеников был Макс Клингер, Герман Прелл, Карл фон Мар, Адольф Реттельсбург, Оттилия Редерштейн, Анна Гересхайм и Клара фон Раппат. По стилю он был реалистом. Антон фон Вернер, директор Берлинской академии, сказал, что идеалом Гусова было точное воспроизведение природы. Он использовал специально разработанные кисти, которые позволили ему создать более сложные глазури. Этот тип кисти теперь известен как карандаш Гусова. Умер 27 марта 1907 года в Мюнхене. Вот так вкратце из переводной Википедии, данных немного, о немецком художнике и профессоре университета Карл Гусов. Пока-пока, до свидания.